Я проткнул свою руку шилом, и теперь вся ладонь занемела. Я хотел, чтобы было красиво, хоть и выглядит скверно. Пьяная мразь злорадствовала, тоже мне горе, а кровь текла по канализации в Балтийское море. Я мечтал видеть их повешенными, всех, кто меня окружал, перестрелять, как собак бешеных. Один из них мне сказал: ты дерьмо, ты никому не нужен. Я ответил, что нужен всем, а в его зрачках суженных отсвечивал Вифлеем. Потом я бил ему морду, а меня оттаскивали бляди, одну из которых, походу, я отодрал на кровати в прокуренной комнате. Я проснулся, окошко царапал снег. Люди ходили по улицам, среди них был только один человек. Он зашел в эту комнату, мне стало плохо. Кажется, послезавтра будет воскресенье. Он схватил мою руку. Послушай, Леха, я русский поэт Сергей Есенин. Отстань от меня! Закричал я в ужасе. Ты повесился еще в прошлом веке, предварительно вырезав вены. И комната кружится, выворачивая свои стены.